Здравствуйте, любители футбола, любители Лиги Чемпионов. Меня зовут Егор Дергачев. Я рад приветствовать каждого из вас. Ведь сегодня мы с вами говорим про Лигу Чемпионов. Самый престижный клубный европейский футбольный турнир. И какой же поединок нас ждет? Рома-Челси. Помните, какой триллер эти команды выдали в третьем туре Лиги Чемпионов? 3-3, и казалось бы, Челси должен был тот матч выигрывать, но нет. Челси подвели, я думаю, не только одного меня, а многих своих фанатов, которые верили, и тех, скажем так, игроков, которые ставили на победу лондонской команды. Челси сейчас буксует, это не секрет ни для кого. Челси едет в Рим, вечный город. И какова будет встреча лондонской команды? Я думаю, что явно не хлебом с солью римляне будут их встречать. Я думаю, что боевым настроем, атакующим футболом и обилием опасных моментов. Но Челси тоже непростые ребятки, они это не дворовые футболисты, скажем так, которых взяли в лондонскую команду. Действительно мастера, они это показали в первой встрече, поэтому ставка сама собой рисуется. Тотал более 2,5 мячей, коэффициент 1,69. Мне кажется, что матч будет верховой, и вариантов на то, что это будет не так, очень-очень мало. И если вы со мной согласны, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. Обязательно добавляйтесь ко мне в друзья и вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочки вы найдете в описании этого ролика. А чуть ниже, в комментариях, оставляйте ваши варианты ставок на матч Рома Челси. The farmer takes the wife. Hi ho, the dairy-o, the